Что здесь происходит? Здесь мы снимаем клип, мой танцевальный клип на музыку Виктора Дмитренко. «Східний танець» или «Східні мотиви». И в этом танце я должна буду вспомнить о том, что я не только степист, а еще и мультиплановый танцор, потому что мы хотим проявить разные грани танцевального искусства. То есть здесь будет смешано несколько направлений, и эта работа обещает быть очень интересной. Изначально музыка задумывалась как сочетание тюркских, восточных мотивов и кельтских, потому что и то, и другое присутствует в моем характере, в моей крови. Но впоследствии выяснилось, что сочиняются легко у нас восточные мотивы, поэтому музыка была задумана как восточный танец, тобто східний танець, східні мотиви. В оркестровой аранжировке вы, конечно, услышите несколько другую версию. Но я работаю под версию оригинала, как изначально музыка была написана. И с моей точки зрения она получилась более трушной и более честной, если мы говорим об истории создания этой музыки.